Сегодня у нас 2 декабря или 2? 2. 2. А по-английски это будет? Second. Second. December. December. И год 2012. 2012, да. Первая, можно сказать, ознакомительная тренировка. Андрея, как у нас фамилия? Украинский. Украинский? Ага. Это такой, такая, да? Фамилия. Русский мальчик с украинской фамилией. Андрей Украинский. Да, Андрюш? Ну-ка, помаши и ракеточку подними. Вот как. Супер. Знаешь, как называется эта игра, Андрюш? Как? Не знаешь? Пойди с бабушкой посовещайся. Спроси. Может, бабушка знает, как называется игра? Малыш, мы же с тобой собирались сегодня. Садись рядом с бабушкой, Андрюш. Садись рядышком. Садись. О, рядышком. Только по башке. Бабушку не огрей. Как называется эта игра? Как игра называется? Теннис, правда, малыш? Какой теннис. Глагол английский похожий? Тен – это 10, да? Тене – это лови, держи по-французски. По-французски, да. Что-то там. Да. Вот так, все можно опускать, Андрюш. Ну как тебе? Придешь еще в воскресенье? Давай, подумай. Можно приходить. Да, Владик? Вот Владик у нас с осени пришел, мячики подает. Смотри, уже похож на теннисиста. Покажи удары, какие у тебя. Слева, справа. Только не ударь по стенке, пожалуйста. О, красавчик. А с левой стороны, смотрите, как он становится, да? Да. А какой серьезный молодой человек, да? Ой, а ножки-то как у него стоят. Вообще красиво, да? Да прямо как надо. Так что можно будет сюда приходить и играть. Ну все. Скажи что-нибудь нам, Влад. Ну, скажи привет, привет, твое теннис. Впечатление? До свидания, девочка. Скажи, как твое впечатление от того, что ты... Не видишь? Страшно здесь, нет? Ничуть не страшно, да? Мячик я что тут посмотрел? Вот так в этих залах в школе, когда будешь учиться, в таких залах будете вы бегать. Видишь, они не страшные. Мячики... Да, потом ракеточка у тебя появится. Да. А может быть даже, мало ли, может и к Новому году появится. А у нас ракеточки дома нету, разве? Да. А если есть, то и хорошо. Ты не помни, есть. Может быть и есть. Можно даже брать бадминтонную и по ней катать. Угу. Можно взять мячик полегче какой-то. Угу. Шарик надуть и подбивать его. Все что угодно. Ну все, до новых встреч, ребят. До новых встреч.